Самые неравнодушные папы республики объединились под эгидой Совета отцов Чувашии. До этого времени он действовал при школах, некоторых общественных организациях, трудовых коллективов. На первой общей встрече обсудили совместные планы на будущее. За круглым столом папы – молодые и опытные, каждый со своими идеями и предложениями. И все они понимают, что мужчина обязательно должен участвовать в воспитании детей. В послании главы республики Михаила Васильевича на текущий год было указано, что одна из задач воспитания социально активной молодежи, которые знают свое место в развитии государства, лучший пример для любого ребенка и сына, и дочери – это пример отца. Мы говорим, брось курить, начни с себя. Мы говорим, начни заниматься спортом, начни с себя. Мы говорим, пошли в театр, начни с себя. Вот основная идея, основная философия, которую мы будем продвигать по линии Совета отцов. Мы пригласили действительно отцов, которые служат в органах, которые будут проводить, опять же, встречи и в школах, и в садиках, среди, я скажу, даже родителей. К слову, на базе некоторых школ республики уже давно успешно работают советы отцов, и их опыт стоит перенять остальным коллективам. В Новочебоксарской средней школе номер 17 объединились 4 года назад. Признаются, что для них нет чужих детей. Работают они и с трудными подростками, и в выходные, и в каникулы. Совет отцов школы работает уже 4-й год. Это живая работа, интересная и полезная. Мы начали со спортивных мероприятий. У нас на протяжении 4 лет работает по субботам так называемый час семьи. Час семьи – это мероприятие, которое мы проводим каждую субботу вечером с родителями, с детьми. Им, по крайней мере, с нами интересно. Это ведь дети из других семей. И они с нами открываются, порой рассказывают о таких вещах, которых наверняка не смогли бы рассказать своим родителям или педагогам. Кстати, руководство Новочебоксарской школы отмечает, что с тех пор, как заработал совет отцов, в учебном заведении стало меньше и правонарушений. На вооружение взяли программу профессора Олега Волкова «Менеджмент счастливой семьи» и «Школа одаренных родителей». Проект рассчитан и на детей, и на родителей. Участники встречи отметили, что совместными усилиями смогут создать сильное отцовское сообщество, которое будет отличной поддержкой семьи и детей в Чувашской республике. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика.